have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Алатушки, и мы с вами сегодня сделали первый фраг в игре Bad Business. Это, по-моему, самое бомбическое начало, которое у нас когда-либо было. Итак, оу. А, та-та! Это было понятно, что нас было двое. Надо было... Мы украли мои любимые гранаты. Миночку, я так и не понял, мы сейчас играем в рандомайзер или в обычный, потому что я со своим... Нет, нет, я со своей обычной пушкой. Оп, ассист. А, да, это рандомайзер, я со Стэном, все нормально. Вода горит. Вот. Да, ребятки, сейчас в разгаре, я бы уже даже сказал, во второй своей половине проходит Egg Hunt Event. В этом, собственно... В этом режиме тоже есть яйцо, которое мы уже получили. Оно очень красивое. Ха-ха, не помог. Тебе щит! Блин, их было двое. Это, кстати, разновидность. Одна из разновидностей рандомайзера, когда тебе дают с каждым новым респауном какое-то новое оружие. Вот, и типа крути с ним как хочешь и как можешь. Да, дружище, я же... Я что, с Виктором? О, у меня Виктор! Ух ты ж. Ну и как я должен с Виктором кого-то вобить? Ну, понятно. Нет, просто Вектор это пушка чисто... А, еще дробаш, да, давайте. Я с Вектора не настрелялся, давайте мне еще дробаш, конечно. Вот. Знаете, эта штука немножечко похожа на режимы... О, блин. Нафига я с большого расстояния... Ну, надо было грены кидать. Блин, я забыл, что они из грены. А, мне создали. Опа. Драгунов? Серьезно? Дайте мне автоматическую винтовку. Что происходит? Можно, да, двойным шифтом, кстати, можно очень быстро бежать, очень быстро передвигаться. Понятно, я даже не успел вытащить грену. Короче, М-ка, все. И сейчас бах, я слился, только М-ку дали. Я это умею, да. С последнего... Нет, не слился. С последнего раза, когда мы с вами заходили в Bad Business, ну, по крайней мере, когда это было на запись, прошло уже довольно много времени, тут много чего поменяли, ребята, разработчики вообще красавчики. До свидания, хедшот. Сверху. До свидания. Неплохо, неплохо. Вот, автоматическое оружие называется. А, автоматика. С этим можно играть. А, автоматика. Слишком много. Блин, да. А этого я, кстати, почти убил, блин. Так, печалька, ладно. Каждый раз, когда у меня двухстволка, я всегда смотрю, я могу летать. О, у меня были зажигательные. Ха-ха. Круто. Ну, это же рандомайзер, он меняет не только оружие, он меняет и, собственно, грены. Есть минус. Ну, это был, по крайней мере, ассист хороший. Что ты тут нычишься, блин? Куропатка. Минусы. Ай, блин. А вот этот чувак не заметил, я его просто не заметил. Стало бодрее, стало повеселее. К тому же я немножечко поднял уровень. Ну, мы вместе тут его поднимали. Вот, у меня в лоудауте появился G36. Там чуть поменьше патронов, но... На мой взгляд, он повеселее будет, чем базовый автомат. Сейчас я думаю, что в следующий раз... Слеповуха, чтоб тебя... Чтоб тебе в ухо... Ты сдохнуть, например, не хочешь, я не знаю, там, ну, так. О, еще один, еще два. А ФКшника убил, ну, короче, все. Кто снайперов убивает? Какая тварина. Блин,
Живи! Хэштег живи! Блин! А чувак с петухом подошел. Двустволка, вы серьезно? Ну ладно, кому-то когда-то ж нужно было. Кому-то же, где-то же. И слеповухи, и двустволка. Хорошее сочетание. До свидания. Окей, двустволка, возможно, немножечко недооценена. Ну или нужны просто... До свидания. Я не знаю, я сейчас только что из двустволки вообще два чувака ушатал. Вы чё? Блин, их там двое. Трое. Тут ушатали. Мы у них базу просто разносим, ну неплохо так. У нас там знаешь... Это я, наверное? Милочка, а ты в какой команде? Я только сейчас подумал спросить. Я в твоей команде. Ты уверен? Я синий, да. А, блин, прикольно, 19 киллов. 9 неплохо. КДР 1.9, вообще круто. Не знаю, мне нравится. Поехали дальше. А, у нас мы левел апнули, прикольно. Насчет лаудаута, да. У нас вот G36 появился, у нас появился ТЭК-9, которым я, в принципе, не пользуюсь, не знаю, не достаю его. Так что меня, в принципе, этот лоудаут устраивает. Насчет яиц, ребят, я не буду вам рассказывать, как и что, и где. Ну, есть полно каналов, которые это сделают более профессионально и более быстрее. Те, кто хотел получить яйца, их уже получили. Я просто констатировал тот факт, что тут есть яйцо в этом режиме. Как его получать? Ну, ребятки, давайте. Вот. А здесь можно просто насладиться... Это москвич? Это москвич! 412-й, вы офигели? Смотрите на эти плавники. Это 412-й. И это 412-й класс. Хорошо. Так, ты в синий, в красный? Я в красный. О, я тоже в красный. Хорошо. Классно. Кто-то тут где-то кого-то прессует. Кстати, я вообще ничего пока что никого не видел. Тут уже чуваки киллы делают, а... Я еще ни одного не... О, воу, заметил! Блин, он смотался оттуда. Стой, сзади. Паш, в смысле? Он вообще в здании был, это что сейчас было? Если ты увидишь кролика в пижаме, то это я. Кролик в пижаме? Да, это пижамный кролик. Я тебя понял, пижамная вечеринка в разгаре. Итак. Молодец, слепанулся. Это ты? Нет, это нет, это еще какой-то кролик бегает. Я эту карту вообще не знаю, я тупо сейчас бегаю. Да ее наизусть можно запомнить. Можно, когда побегаешь по ней, я первый раз по ней бегаю. Я вообще не знаю, что происходит. Где все? Меня один раз грохнули, и все. Я даже не знаю, где чьи спауны. Сейчас, блин, вот это сейчас тупо. Вот про... Здравствуйте. Блин, он не дозарядился, он начал стрелять старыми патронами, да чтоб тебя, я мог второго забрать, если бы успел зарядиться. О, кролик в пижаме, стой! О, привет. Дай лапу на счастье. Хопа! Так, пойдем. Где КТО? О, тут наши гаси. Но если там наши гаси, значит там есть враги. Пойдем. Я не против. Я сейчас буду пользоваться ложиком. Ложиком? Да, я буду всем отрезать лапки, и теперь у меня будет максимально... Месть кролика! Раньше вы отрезали кролику лапки, теперь кролик пришел за вами. Я тут, блин, бегаю, как дурачок. О, я кого-то вижу. А попасть не хочешь, например? Да! За две обоймы ни в кого не попал, красава вообще. И куда он делся? А, вот он. Есть, наконец-то. О, чемоданчик. Я на них лезу с ножом, а они убегают с автоматом, стреляют меня. Звучит как сценарий какого-нибудь боевика Б-класса. Ты в меня... А, ты в меня стрелял, понятно. Ты испугался. А сколько тебе хедшотов-то надо? Ё-моё, было же... О, спасибо. Короче, белыми крестиками отмечается попадание, красными крестиками отмечаются хедшоты, так что... Не вовремя одного парня убили. Только что увидели, чуваку это минимум два хэдшота залетело, и он такой, а, не, мне нормально. О, два хэдшота как раз делаю, ему нормально. Два хэдшота и за счета.
Так, а что там? Ты что ползаешь? Привет. Что? Вези меня, большая черепаха. Блин, это было жестоко. До свидания. Ай, блин, блин, второй. Ай-яй-яй. Неудачно это как-то вышло. Что больше чем сидеть тут в траве? Поджидать жертву. Ты что, там кемпишь, что ли? Да. Что мне еще там? Ух ты, кемпер. Хоу. Хоу-хоу. Минус один ножиком. Да, все, ты уже решил таким образом с ними бороться. Ну, блин. Не знаю. До свидания. Я сделал 2 кило ножиком и 1 кило. Там человек, человек. Человек, собаки, друг. Да, ёпперест. А у него такая же 36, блин, как у меня, так крашеная. Так. Народ. Не знаю, вот эта винтовка мне нравится. Я не могу сказать, была она тут раньше, не была, потому что, ну, я не такой частый гость в этом режиме, он мне нравится, но... Это было подло. Чувак меня даже не видел, я его все равно даже с первого раза не добил. Это было сейчас фиаско. О, я тебя видел. О, я? Не, я видел? Не тебя, другого. Это я обращаюсь к человеку, который теоретически меня никогда не увидит и не услышит. Просто такой видишь врага и говоришь, о, чувак, я тебя видел. А, ну да, поздравляю. Так. Хорошо, что тут не заканчивается ни стамина, ничего. С другой стороны... А, это из фанфала, короче. Мстя кролика. Мстя кролика. Моя мстя будет страшна. Есть, два ассиста. Кто? Кто это сказал? Вы что, вы нормальные вообще? В живых людей пульками тыкать, ну блин. О, да, вижу врага, я его убил ножом. Супер. Видишь врага, съешь курага. О, враг, два врага. Я съем внутри врага. Это наш, уйди! Уйди! Блин, меня кто-то запер. Я не смог назад выйти. Ну, не знаю, по-моему, мне кажется, где-то немножечко, чуть-чуть мы выигрываем. Ну, сейчас посмотрим. Я лез на него с автоматом, у которого есть нож с сигаретой, я хочу его зарезать, и он меня... Гренки просто... Да ёлки-палки! Ну, как бы... О, есть, если сдали. Я в чувака там попал немножечко, поцарапал ему там ноготь где-то, чуть-чуть. Не знаю, вот карту не знаю, поэтому... Ай, ёппарасете, выбегаю на них абсолютно рандомно, меня тут мочат, и это не очень красиво. Вот, этих двоих покоцал, но опять же... Вон эти же двое, они меня сейчас убьют. Ну да, это было ожидаемо. А, их тут трое, они... Блин, они умные, они обладают каким-то разумом, они передвигаются группами. Ты как туда запрыгнул? Я знаю, что ты там до сих пор. Нет, не там? Ну все, вы меня бьете. Вот как я сейчас в него не попал ни разу? И он же еще меня из дробаша на таком расстоянии убил, серьезно? Просто ждите своей смерти. Я взял с собой гранату. Я скоро оторву чеку, все. Вам вот это вот как сейчас было? Это называется точность, да? Что сдохни, это за точность? Тварь. Сочность. Это называется сочность. Надо было сразу так сделать. Ты в меня стреляешь? Ты чё, в меня пульками живыми тыкаешь? Так. А, это свой. Чуть-чуть не грохнул своего. Хотя тут friendly fire включен, так что
даже захочешь, своего не убьешь. Это хорошо, потому что так, такая дичь может случиться. Вот просто жди. Ждичь. Жди, дурацкий снайпер. Я сейчас тебя как трону, я сейчас тебе как трону. До свидания. Вот просто... До свидания. Я видел чувака. Я вижу ориентир. Я знаю пароль. Я вижу ориентир. Не, не, не туда, куда-то при... Это-то прискакал не туда. Вот он. Мандарин. Иди сюда, мандаринка. Чё, до свидания. Ты думал себя снайперкой своей, да? Иди сюда. Я тебя выследил и догнал. Где бы ты ни был, я найду тебя. Я убью тебя. Все, я убил снайпера. И молодец. Еще раз я убил снайпера. Это был самый снайпер, который всех доставал и убивал. Спаун килл. Две обоймы. Блин, в этом... Я вижу снайпера. Я в этом не вижу никакой гордости. Но... О, блин. Граната, кидайте! Граната, кидайте! До свидания, чувак. Почему моя граната не взорвалась так вовремя? Именно в то время... Потому что граната дура. Блин, надо было Грену туда, их двое, и в кучку, блин. Ну, я, кстати, не уверен, успел бы я достать Грену или нет. Что-то они меня так быстренько расчехлили. Я уверен, чтобы ты успел, что ты бы успел достать Грену. Вообще, тут есть место, словно еще которого можно было... Я просить. Себя сейчас Греной убил? А и меня сосчитали килл, серьезно? Это было глупо, знаете? Блин, мы же выигрывали! Каким образом? Почему мы проиграли? Ну, так нечестно. Ладно, давайте еще один раунд. Блин, последний килл был просто эпичный. Как самого себя грохнуть Греной? У меня такой эпичный скин. Это кролик с очками. С очки. О, с очки, точно. С очками. Блин, мне надо скин кролика, кстати, выиграть. Так, рандомайзер пусть... Блин, зачем я... Ладно, я не туда. О, Бразил. Kill Confirmed. Kill Confirmed идет по чемоданам. Да, то есть, хорошо, Бразилию я вроде более-менее знаю, хотя играл тут всего лишь пару раз. Эта карта как раз подходит для меня с гранатами и выйдет. Ты синий, красный? Я красный. О, мы в разных командах. Классно. Я знаю, где ты. Граната! До свидания. Это я был, кстати. Я знаю. Я там чувака сверху Греной тоже приложил. Да них дофига! Это что вообще было сейчас? Граната! Да блин, назад. Запомните, пойди. Гранаты взрываются только при слове «граната». Ну, спасибо, конечно, но это... О, чей-то чемоданчик валяется, я подберу. Спасибо. Don't mind me. Да как вы тырыты пам-пам? Ну, хорошо, я вас понял. Здравствуйте. О, это свой? Там ваш свой. Чувак прорвался, я его чуть-чуть не убил. Класс. И такая морда из окна торчит. Я убиваю чувака, и тут такая Грена взрывается. Хитрая кроличья морда из окна. Это серьезно, это было сейчас просто момент на всю игру. Я думаю, это будет потом на заставке, если я не забуду. Хитрая кроличья морда. А где они все? Что-то я... Я что-то не вижу, да? Блин, вроде бегаю в самой куче, вот все наши. Как же не вовремя закончились патроны. Патроны... Здравствуйте! Патроны всегда не вовремя заканчиваются. В смысле, у тебя что, петух был? И ты с петухом меня не перестрелял, у него же больше патронов. Это ППшка, и мы были близко, и я не знаю, короче, что с тобой было, чувак. Так. Да, можно так на коленях эпично прокатиться.
До свидания. Да блин, да ха-ха-ха-ха. Вот этот чувак со скином радуги на пушке, вот он прям реально неплохо играет, он красавчик. Да блин, как же не вовремя, вся толпа просто испарилась куда-то, я только гранату кинула, и нету, они все пропали. Нет! Минус два, есть! Я успел минус два зафигарить. Вы не знаете, что это такое. Главное... Кто гранаты кидает в окна? Сзади, чувак! Чувак! Это что, не чувак, что ли? Че, кого фига? Что это сейчас было? Рома! Гранаты раз, гранаты два, они за мной пойдут, и я всех убью гранатами. Нет! Чувак, я тебя спасти! А, вы чё? Да ладно тебе, я же в тебя гренки, так ты наглая кроличья морда. Да, кроличья наглая морда. Так, ладно, я тут респавнился и сразу минус два, неплохо. Ты это, не это, совсем это что ли уже? Что? А то это... Я просто люблю кроличья месть. Кроличья месть, до свидания, чувак. АФК что ли? Не знаю. Отлично. Камикадзе! Офигеть! Вот это сейчас было! Он только зареспавнился, я в другого стрелял. А, ладно, ладно, проехали. Вот если вы сейчас увидите кролика вот друга, гранаты, то просто бегите сразу, потому что он сейчас сам взорвется со всеми вами. На кролика? Ай! Ты что там ползаешь вообще? Кролика увидите. Ага, тебя в траве фигу видишь, блин, кролик. Потому что я кролик. Маленький и пушистый. Да вот это... Ты посмотри, сколько у него хп осталось. Ты ж, блин, вот это же ж было сейчас подстава. Там на него пукнуть, он сдохнет. Я тебе серьезно говорю. А чихнуть, то он отлетит на 120 метров. А, откуда? А, kill confirmed. О. Но у него было бессмертие. Ну, блин, убейте его. Пойди и убей этих людей, Александр. Кривидин хорошо играет. Кто-кто? Кривидин. Граната! Да я не знаю, попасть там может быть, нет? Нет, блин, я же успел нажать на гренку, не успел. Вот это, блин, это ты чай, самстер? Так, надо запомнить этот ник, короче. Открываем охоту на самстера, он что-то слишком оборзевший чувак такой. А я? Я тебя не знаю, кто ты, оборзевший. Что, не оборзевший? Ты окролевший. Я же всех вас закидываю гранатами. Гофин. Что? Минус два. Блин, как мы опять просираем? Это как вообще? Что это такое вообще? Как это где-то... Ты понимаешь, вы просто не видите маленького пушистого розового... Я хочу посмотреть, сколько у тебя киллов будет в конце. А, тихо! Я в лестнице застрял. Запутался ушами, блин. Не, ну реально, у них в этот раз, короче, есть парочка людей, которые умеют играть. Причем я-то себя не отношу к людям, которые умеют играть. Я-то так пофаниться пришел, если что. Да, я успел взорваться в это время и ножом сзади. Есть, красиво, зашел сзади, минус 4 сделал. Ну или минус 3, минус 3, по-моему. Я знаю, что мы проигрываем, я потому и пошел в обход, потому что тут вообще какая-то катастрофа творится. Нет, как же не вовремя взорвалась моя граната. Блин, мы что-то очень жестко проигрываем, ладно. Да подумай.
минус 2. Минус 3. Граната не вовремя взорвала. Блин, неплохо. Под конец я сейчас поднаберу, конечно, пинчиков. Но... дробовик! Я тебя видел. Ох, как он меня подстрелки за стеночки, блин. Ну все, короче, на этом финита ля комедия, потому что у нас 3 килла осталось нашим просрать. И наши это сделают очень быстро. Блин, печально, наверное, быть последним киллом, сказал я. И сейчас им стану. Последний килл! Есть! А кто последний килл? Не знаю, но тебя только что прибил. Ты меня прибил. Мне засчитали. Мне засчитали. Так, 28 килов. 24 кило, ладно, практически в ровную вышли. 28 килов и 14 смертей. 15 смертей. Ах ты ж мелкий. Ты лучше меня играешь, хорошо? КДР 2.00. Не, короче, смотри. Ладно, ребятки, мы сегодня на этом серию тогда заканчиваем. Примерно так вышли, повоевали и не дали себе заржаветь, что тоже хорошо. Заходите, заходите сюда, заходите в другие режимы, ищите яйца и удачи вам в этом. Все, ребятки, сегодня, наверное, мы будем с вами прощаться, поэтому всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек! И всем покеда! Всем покеда! Да, ребятки, насчет кастомизации оружия, это у нас опять... сцена после титров, можно зайти в кастомизацию и выбрать здесь все, что вы уже насобирали, и к тому же вот здесь у нас выбрано яйцо, это у нас будет маленький такой брелочек, можно или зомбяшку нам сюда, или яйца, ну и собственно кастомизировать оружие на те скины, которые у вас открыты, это если что, вот так оно теперь будет выглядеть. Все, теперь точно все, покеда-покеда.